Всем привет! Я Мила, и вы на моем канале посвященном обзорам лаков для ногтей. Сегодня я расскажу вам про новую коллекцию от российского бренда Tips. Этот бренд очень давно не выпускал новые лаки, поэтому получить эти новинки было вдвойне радостно. Коллекция называется Almagest и состоит из шести голографических лаков. Поехали! Начну с лака под названием Corona Borealis. По описанию на Wildberries это белый лак с блестками и голографией. Блесток, если честно, я там не вижу, но зато там очень много голографии. Голография придает белому серебристый сероватый оттенок, это неизбежно, поэтому лак такой серебристо-белый. Наносится он хорошо, довольно равномерно, не плешивит, но очень прозрачный. Возможно, даже в один слой его можно будет использовать как топ, либо можно носить в один слой и получить деликатное сияние натуральных ногтей. Для полного перекрытия свободного края мне понадобилось три слоя. Финиш у лака гладкий и довольно глянцевый. Голография очень яркая. Последние кадры я снимала с супер яркой лампой, так как солнце нам не выдали, но примерно так он будет выглядеть под ярким солнцем. На мне три слоя плюс топ. Второй лак называется Virgo или дева. Опять же по описанию с Wildberries это сиреневый лак с блестками и голографией. Про блестки я уже сказала. Насчет оттенка тоже не соглашусь. Для меня он больше пыльный розовый. Да, это холодный розовый, с сиреневой ноткой, но все еще розовый. Довольно нейтральный, очень нежный оттенок, светлый, невесомый, но все еще пыльный. Это нюд с изюминкой в виде искрящейся голографии. Голография тоже очень яркая. На последнем кадре это можно будет заметить. Голография во всех лаках линейная. Это означает, что при попадании на нее света мы видим сразу всю радугу цветов практически в одну линию. Как-то так. Лак наносится хорошо, легко, ложится равномерно и текстура у него послушная. Но он тоже довольно прозрачный и в два слоя он все еще немного просвечивал. Поэтому я добавила третий слой. Сохнет этот лак тоже довольно быстро и финиш у него практически гладкий. На мне три слоя плюс топ. Третий лак посвящен созвездию Андромеда, и по описанию это розовый лак с блестками и голографией. Это уже более насыщенный, темноватый даже, розовый. Тоже припыленный, но с яркой искрящейся голографией, но в целом тоже довольно нюдовый. Этот лак более пигментированный, чем предыдущие, но наносится также хорошо. Не густой, текстура послушная, ложится на ногти равномерно, не плешивит. Для полного перекрытия ногтевой пластины здесь мне хватило Двух слоев, что не может не радовать. Сохнет он быстро и финиш практически гладкий. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак посвящен созвездию волосы Вероники. Я, к сожалению, не нашла, как правильно читается его название, но примерно Кома Беренисес. Пусть будет так. Напишите в комментариях, как оно правильно читается, если знаете. Итак, по описанию это бежевый лак с блестками и голографией. На мой взгляд, это довольно темно-бежевый, и я бы даже сказала, он больше оранжевый. Опять же, для меня это нюд, но с изюминкой в виде голографии. Он тоже пыльный, не яркий, но зато на солнце и под электрическим светом раскрывается яркими радугами голографии. По ощущениям он тоже плотнее первых двух лаков, и мне хватило двух слоев, чтобы полностью перекрыть ногтевую пластину. Наносится он тоже отлично, как и предыдущие лаки равномерно, не плешивит и текстура у него послушная. Сохнет он быстро и финиш почти гладкий. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак для меня лично это звезда этой астрологической коллекции. Называется он Драко и это бордовый голографический лак для ногтей. У него невероятно глубокий и насыщенный бордовый оттенок. Прям идеальная насыщенность, очень сочный, очень красивый и у него идеальная на мой вкус пигментация. Он почти полностью перекрыл ногтевую пластину в один слой и двух слоев ему достаточно. Я на всякий случай нанесла его на аквабазу, а такие цвета могут в теории тинтовать пластин Наносится он идеально, текстура послушная, лак не течет и не плешивит. И, конечно же, в темной базе голография раскрывается гораздо лучше, поэтому и сверкает он еще больше, чем предыдущие. И голография ему очень идет. Сохнет он быстро, финиш почти гладкий. На мне два слоя плюс топ. И последний шестой лак в коллекции это корвус или созвездие ворона. Это черный лак с блестками и голографией тоже хороший послушный лак, отличная у него текстура, наносится равномерно, не плешивит, довольно пигментированный, в один слой уже неплохо перекрывает пластину, но для плотности ему нужно два слоя. Голография в черной базе тоже отлично раскрывается, очень ярко переливается всеми цветами радуги. Ну и что еще сказать о черном цвете, очень красивый лак. Сохнет быстро, финиш у него почти гладкий, на мне два слоя плюс топ. Это были все лаки из новой коллекции бренда Tips. На мой взгляд, лаки максимально базовых цветов, не лакоманьячных, так сказать, но при этом у них отличное качество и очень яркая голография продаются эти лаки на Wildberries. Больше всех мне понравился оттенок, как я уже сказала, Драко. А какой лак понравился вам, пишите в комментариях. Я очень рада, что бренд Tips вернулся с новинками и надеюсь, что они будут еще долго радовать нас новыми коллекциями. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на этот канал, а также заглядывайте в мой телеграм-канал, куда я публикую все сводчи и новости лакового мира. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!